Эти кадры мы снимали около месяца назад. Тогда власти утверждали, что уровень воды в норме, а угрозы для людей нет. Сейчас, как мы видим, вода сильно прибыла. Дорогу, по которой мы ходили в прошлый раз, полностью затопило, как и опознавательные знаки, установленные местными жителями. Есть ли сейчас угроза наводнения? Сегодня этот вопрос обсуждался в администрации города. По состоянию на 8 часов 21 июня уровень воды на реке Селенга составляет 183 сантиметра. Если говорить про предыдущий день, это понижение на 7 сантиметров. Напомним, что с 11 июня в Улан-Удэ введен режим повышенной готовности. А это ежедневные рейды по проверке уровня воды, создание специальных чатов с председателями прибрежных ДНТ, а также проведение разъяснительных бесед с населением. По информации гидромедцентра и по мониторингу наших гидропостов, Узкий Ахта, Нового Селенгинска, Хилок, Чикой, по всем гидропостам отмечается снижение. Но, к сожалению, к концу недели обещают опять же дожди, и, ну, не такие сильные, но будут дожди. Поэтому будем также продолжать мониторинг воды и проводить также разъяснительную беседу, доводить до населения о складывающейся обстановке. Затопит или нет, точно сказать пока что сложно, но власти утверждают, что готовы принять большую воду. Валерия Родная, Диана Лобанова, телекомпания АТВ.